Не звуками одними сыт акустический путешественник. В Таджикистане, как и везде, мы проводим проверку популярности одной местной песни. Эквивалент признания – это количество монет, а может даже и купюр, которые местные жители оставят в тюбетейке музыканта. Ну, то есть меня. Если хватит на ужин, значит и песня хорошая, и я постарался. Задача какая? Чтобы все подумали, что я таджик. Подожди, посмотрите на меня, чем я не таджик? Нет, а чем? А, вот так. Да. Все. Айо Ромео, дело Ромео, де мали тудора сазаворомбьо. Сейчас, вот сейчас дошли до произношения. Айо Ромео, дело Ромео, де мали тудора. Ой, красиво поете. И девчонки красивые. Вот куда надо приезжать, ребята. Видимо, песню знают почти все. Хотя она и не народная. Такой популярной ее сделал автор Мубарак-шоу Мирзашоев, который уже нет с нами. Но он до сих пор один из самых любимых исполнителей в республике. Вместе с ним песню записывали и играли музыканты группы «Шамс». Они уже лет 30 собираются в этой таджикской версии андеграундного рок-клуба. И собираются, и жгут. Сейчас все вот музыканты, кого вы видите в этой студии, это люди, которые в оригинале исполнили песню, записали ее. И вот сейчас какая ответственность передо мной, да, сейчас? И не одну песню. И не одну песню. Ну вот именно эту песню, как я сейчас могу, какое вообще имею право взять гитару и с вами ее исполнить? Никакого не имею права. Но с вашего разрешения попробуем. А значит, что у меня точно не получается, это я прям чувствую. Вот главное тут петуха мне не дать. Ну, это, у вас есть такое понятие петуха дать? Да, конечно. Вот это, когда вообще мам туда уходит. Да, нет. Баба вообще мам. Это ему учат прям? Это в школе, это прям музыкальный школ? Это дядя Куб как это? Молоко матери. Ай, даром мем, дель даром мем, ай, мари туда рам, са заваром мем. Ай, даром мем, дель даром мем. О, ребята, это очень круто. Есть потенциал, что у меня получится ее выучить? Как вы думаете? Сейчас ее пару раз пройдем. Да, пару раз. Можно уже завтра с нами на свадьбу. Ребята, я сейчас спотел даже не от того, что... Ну, это честь с вами исполнить эту композицию. Спасибо. Как бы из-за того, что мне было просто страшно.